сейчас сорвали техпрогон. Это вот ваши танцульки! Неловкий момент. Гала-концерт. Первокурсники, я замечательно отбираю микрофон. Два ведущих по этому поводу. Почему? Потому что сегодня Бондиана на сцене, а это значит, что агенты работают под прикрытием. Мы подготовились? Мы считаем, что мы подготовились. Поэтому прошу вас, бэкстейдж гала-концерта. Погнали. Вау. Здравствуйте. У вас очень волосатая голова. Да, спасибо. И у кого стрижетесь? У Александра Грядунова. Вот как раз он. Ничего не слышу. Ну, я прошел на роль. Что значит прошел на роль? У вас был кастинг? Да, у нас был жесткий отбор. Каждого жестко отобрали. А ты пожестче любишь? Не всегда. А ты? А я под прикрытием. Концерт осени. Мы снимаем бэкстейдж. Погнали. Не, на самом деле я жду чего-то новенького. Потому что новый режиссер гала-концерта, да? Ну того, да. На кого я похож? Так, подстава, сейчас Маша выручает. Сейчас бы ты хотел участвовать в гала-концерте? Нет. Yeah. А на пьяные лавки пойдешь? Возможно. Похоже на спецагента? Почти. Почти? А вот так? Что такое топер? По-моему, вы не ту букву поставили. Что такое КЗ? РК. Аванс-сцена. Понятно. ЗТМ. Это мы знаем. Я получила синяк на ЗТМ. Да. Что ЗТМ такое? Полное затемнение. Антре. Начало. Перед началом концерта. Что такое кулек? Там конфетки. Что такое ГЗК? Закадровый голос. Ну, на самом деле, тебе нравится? Да. Почему ты пришел на гала-концерт? У нас номер, там выступают, интересно. Что такое? Здрасте. Официально, конечно, я нефтяник, но все пошло не так немножечко. Кого бы ты назвала самым лучшим из авторской группы гала-концерта? Знала бы я, кто еще здесь авторская группа. Твой номер как называется? Любовь длиной в жизнь. Можешь. Я могу сделать так, чтобы был звук, или чтобы его не было. Чтобы вообще ничего ни у кого не будет работать. Звук тихо, и ты включаешь пульт. Оп! Тишина. Меня закрыли. Спасибо. Да мы ни при чем! Бывает жизнь огорчения. Это ты? Это не я. Мы сейчас сорвали техпрогон. Скажи, что делаешь на галке? Миньоны играю. Миньоны, они желтые. Желтые. Спасибо. Финальная точка номера. Неловкий момент. Ага, точка. Поможешь? Да нет, ты руки убери! Там собака. Вау! Там не только собака. Что такое рыба? Вот это, по которому работаем, типа сценария. Что такое аванс-сцена? Не знаю. Кулек. Культура. РА. Рекреация. КЗ. Концертный зал. Скворечник. Не знаю. ДТМ. Не знаю. Звук какая-то там, наверное. ГЗК. Не знаю. Топер. Не знаю. С теми вообще нет? Да, вроде. Уже не уверена. О, мы залетаем в РК под эту музыку! Здесь все в РК что-то переодеваются, а мы пришли сюда снимать голых людей. Вон Янка, она тоже переодевается. А я думаю, что умею читать рэп. Господи, напугала опять. Ну что? Мы под прикрытием. Точно? Прикрой меня.
Че это у тебя там сегодня? Мужа все еще ищу. Сзади на платье не подходит, говорят, вот это берет, я и взяла. А в политехнике что, тоже не нашла мужа? Нет, не нашла. Ну как так? Не знаю. Передаю привет моим родителям. Потом хочу передать привет моему тренеру, но ему не надо. Ему не будем. Какой твой любимый номер? Dangerous Woman. А ты получаешь стипендию? Нет, я перевелась, у меня 12 долгов. А, ну, танцульки у нас зато. Это вот ваши танцульки! А потом кто будет долги закрывать? На работу устраиваться как без знаний, а? Танцевать будет всю жизнь? В телестудию пойду. А, хорошо. Я корреспондент, и я решаю, кто будет говорить. Поэт. Видишь? Это гала-концерт не о политехе, а о чем-то выдуманном. Мы отдохнем от политеха, отдохнем от студенчества, а погрузимся в фантазию. Я думаю, наш опыт в постановке студенческих концертов позволяет нам доверять. Какой у вас опыт? Мы ставим со второго курса. Да, мы ставим со второго курса, со второго курса. Как так? Как добиться того, чтобы уже на втором курсе начать что-то ставить? Или это просто от безвыходности? Начинаешь ставить и ставишь, и все, рано или поздно начинает получаться. Просишь сам режиссера, чтобы тебе разрешили поставить, и все. А скажите, этому можно научиться, или это прям с рождения должно быть? Ты вот рождаешь такой, так, эти налево, эти направо и так далее. Ну, должны быть, наверное, какой-то стержень должен быть в человеке. И небольшие лидерские качества, а дальше все приходит. Не, везде все можно почитать, это все везде написано, можно... Самоучение. Правда, что режиссеров все ненавидят? Ну, нет. И не правда, что режиссеры всех ненавидят. Есть просто ребята, которые думают, что они такие очень крутые, и они пытаются нам что-то доказать, но мы тоже пытаемся им доказать, как правильно сделать. Это бывает обычное банальное недопонимание, а так в целом мы старались не ругаться, и я думаю, что у вас получилось, в принципе, в гармонии все прошло. А давай это постановочный конфликт. Давай. Ты сделаешь вообще со мной здесь? Да ты вообще, знаешь, во время работы... Да ты мог хотя бы что-то вообще делать. Да я с тобой больше никогда не... Да все, я тебя отпускаю, все. Девочки, сделайте, пожалуйста, нам хоть один чат. Вот они, режиссеры, срежиссировали конфликт. А ты что скажешь, Саш? Мне нечего сказать. Я вижу. С бабубликом сегодня. Здравствуйте, женщина. О, господи. Кто такой топер? А кто музыку включает? Рыба. Ну, список номеров. Аванс-сцена. Ну, передник вот этот. Куда все выходят, кланяться вот так. РК. Вот. КЗ. Наверху. Концертный зал. Ну да. Скворечник. Нет. Кулек. Это какое-то место, где репетировать, да? Нет. КМЦ. Ну, там, на Лукачёва, 34. ГЗК. Я сегодня это уже слышала, но я не знаю, что это. ЗТМ. Это когда свет тухнет вот так. Да. Привет. Здрасте. Сколько тебе лет? 18. Уже можно? Да. А что? Алкоголь. Алкоголь! Это первый курс. Что делаешь здесь? Я играю большую начальницу. Какую большую начальницу? Почему ты такая маленькая? В этом-то и ирония. Я злая начальница, которая управляет просто всеми и все. И орет постоянно. Ты умеешь кричать? Научилась. Ах ты, человек из воздуха! Распоясались. Какая миссия сегодня у этого концерта? Порвать весь зал, чтобы они все взорвались. Ты лично будешь что рвать? Нет. Долго готовились? Нет, за неделю. Она тобой пользуется. Да, я знаю. Ей нравится. Какая сегодня миссия у тебя? Говорить в микрофон, а не мимо него. Сейчас уже мимо. Лоханулась. И сейчас мимо. И сейчас опять мимо. Я лоханулась с микрофоном. Что, на первашку, что ли, похоже? Нет. Класс. Мне нравится сильная смелая. Фемская песня, да? Да нет, просто клевая песня. У меня жизнь — это STEM теперь. Меня потеряли дома, потому что я только в КЗ или в КМЦ. Нашла новых друзей, нашла себя тут. И мужика нашла здесь. Ну да. Ну а чё молчишь, странно? Потому что в носках холодно, а в обуви нельзя, вот поэтому в тапку. Миссия гала-концерта — показать всему городу Самару, что здесь учат самые лучшие студенты. Сложно ли это готовиться к концерту? Мы профессионалы. Каждый день можем делать такие концерты? Конечно, много лет подряд. Должен ли деканат
деканат поддерживает студентов, которые творчески себя проявляют в университете. Раз вы набрали этих студентов, надо заботиться во всех сферах. Лелеять, растить, любить. Кто их знает? Кто, кем они потом станут? И специально для вас был дуэт ведущих! Екатерины Рогожиной! И Александр Тихонов! Сейчас поздравляют всех! А мы поздравляем вас, потому что... Это было жарко. Это было клево. Какой ФМТ? Чего? Чего ты сказал ФМТ? Это было клево. Я не говорил ФМТ.